в Walmart пришли по одному срочному делу. Зарядка сломалась, всю хазбандовская зарядка сломалась. Сейчас купим зарядку. Завтра мы уезжаем. Закончилось наше пребывание трехдневное. И при том утром. Не очень рано, но все равно я не люблю утро вообще. Ехать куда-то утром терпеть не могу. Это правда и ночью, но не очень, ничего хорошего нет, да? Если ночью надо вставать, ехать. Вот. Тут было горячо, это курица горячая. Что-то я прошла так горячо. Народу, люди, народу, мама моя. То ли нету столько работников здесь, то ли здесь всегда. Вот этот дядя впереди в красивых штаниках, он мне говорит, так всегда так. Я говорю, боже мой, да неужели что всегда? Смотрите, очередь. Вот там вот это вот все в очередях стоят. Вот там вот между тряпками это стоят в очередях, которые двигаются к кассе. Видите? Двигаются к кассе, да? Значит, а селф-очередь вот эта, которая сам себе платишь, вот там вот оканчивается. Смотрите, вот там вот народ. Вы такое видели? Видели в Советском Союзе за колбасой. Как же мы не видели? Ну и что? Стой, Елена, не удивляйся. Бывали времена и похуже. Хазбанду говорю, он говорит, да что ж ты там застряла? Я говорю, здесь народу. Я говорю, иди сюда. Там я увидела кофейник такой, ну такой же вот капсульный. Я говорю, иди посмотри на большее количество. А он говорит... Не хочу очень крауд хир. О, гляньте, сколько закупают еды. А, не хочу очень крауд. Полно народу, ну, толпа. Yes, the last. Mm-hmm. The last? Yes. Oh, okay. I hope. Yes. Oh, I don't know, behind me maybe. Вот, а он говорит... Иди, говорю, посмотри кофейник. Он говорит, да там же столько народу. Он, видно, видит, что входят. И он стоит на парковке. Входят и выходят бесперестанно в этот, в магазин. В общем, какой кошмар. Короче, Советский Союз за колбасой. Черти, что у них. А бля, кассы пустые. Да, есть пустые, без кассира. Вот та. Половина касс без кассира. Тоже еще мне. Вот это платят сами, да? Вот эти платья я хотела заплатить сама, потому что там две штучки. Но не буду, потому что я там не поняла цену. Возьму одну из них. Из зарядок. Какая-то одна крутая. Она нам крутая не нужна. С каким-то там прищепками. Вот. Ну, в общем. Нет, ну это же надо, люди. Первый раз такое вижу. Была, во многих говорят, первый раз такое вижу. Сейчас вот этот дядя, он мне сказал, а всегда так, говорит, вечером, в этом, именно в этом магазине. Господи помилуй, о, бизнес. Чего-чего, но кассира в Америке хватает и нету очередей. Прямо интересно. Подержу камеру, вы посмотрите на людей. Которая думает, что вот здесь сейчас зайдет, и всех их провожают туда в конец очереди. Но все безропотно идут, даже с маленькими детьми. И ребенок орал. Кстати, про очереди вот в Америке, вот что отличает их еще. На самолет, не на самолет, опаздываешь ты, маленький ребенок раздирается, два маленьких ребенка, все равно в конец очереди. Вот этого у них что... Уступите бабушке место. Главное, заплатил деньги. Бабушка не досталась места в автобусе. А ты тебе досталось место 22. Кто-то кричит. Ой, да мужчина, ну вот ты видишь, бабушка зашла в автобус. Че он должен уступать, если он купил с местом? То есть успел. Сейчас, конечно, по-другому там у нас, по-моему, и с местами и без мест как-то продают. Или вообще уже без мест не продают в автобусе. Не знаю. Ну, например, междугородний. Не автобус до следующей остановки, а автобус... там 50 километров ехать, например, да? Вот, но я помню в те времена, та и когда уезжала.
молодой человек. Ну, что ж ты, вот бабушка. А бабушки, кстати, вот россиянки, я помню, как они любили мотаться. Ну, сейчас я уже сама бабушка, но корзины, сумки напичканные, едет куда-то к куме, от кумы ко второй куме, и так целый день, как у лягушки-путешественницы, я помню, что... И все время, особенно когда в студенческие годы, тут устал, я помню еще с тубусом, как мне нравились мои тубусы, ну, вот эти чертежи в тубусе. Эти бабки протестовали против тубусов, то есть проходишь где-то в трамвае, там, на троллейбусе, тубус же, он же пластиковый, твердый, она с ним ничего ж не сделает, со мной же она сделает, там, попихает меня, тем более молодую. А ту, против тубуса не попрешь, да? Я помню, что, ой, няшка, уберите вы свой этот самый. Уберите. И все время девушка, уступите место. Я так особенно именно не наглела, чтобы места занимать. Но уступите девушке место, уступите и все. Или молодой человек, уступите. Вот чего нету. Ой, вот чего нет. В Америке не уступают. Вот, ну знаете еще что? Может быть, потому что на эти аэропланы, на самолете, очень часто они летают, ты улетишь следующим самолетом. Опоздал, улетишь, значит, просидишь. Ну, между большими городами и этими, там, 3 часа, может, будешь ждать, 2 часа. Смотри, как на Нью-Йорк, например, да, чаще везде, со всех сторон летают, да? Вот, а какие-то мелкие города куда-нибудь, там, другие рейсы. Перекладным поедешь, то есть самолетов очень много в Америке, они это... как автобусы у нас. Вот, может быть, еще поэтому, что там раздирается твой ребенок, не раздирается, улетишь другим самолетом, вот так. То есть в этом отношении жестокая система, я заметила. И с местами тоже, если с местами этот самый, как его, автобус, например, в больших городах, все, место твое, все, никто не пищит, никто не это самое. Но, правда, стоячих мест я так и не видела, чтобы стояли люди, а может быть. Как вот иногда я не видела Walmart такой, как сейчас. А сейчас вижу. Вот. Ну, в общем, какие пироги с котятами. Если увидите красивых белобрысых накрашенных, это русские. Да. Понятно. Все говорят, вот все вокруг говорят с акцентом. Но это еще простой магазин. Конечно, зайди в дорогой магазин. Там услышишь чисто английскую речь. Эти, которые это, вроде у них все были короли. Вот. А здесь у нас. А здесь у нас вот так вот. Мама. В очередной Walmart заехали, опять смотрю этому хазбанту зарядку. Это уже у нас центр Флориды. Немного народу, потому что часов, наверное, где-то час дня, не вечер. Меня поразил вчера в Майами этот... Нет, это не Майами, это был, наверное, Майами-Бич. Ну, неважно, большой Майами, там они так называют. Поразило меня количество людей ужасно, сколько их там. Есть люди в масках, есть люди без масок. Но во Флориде уже эти сказали, этот руководители можно без масок, вакцинированным. А кто будет различать вакцинированного? Ну, в сервисах везде все в масках. То есть те, кто обслуживает, продавцы, все в масках. Но иногда с носа падает, да? Знаете, да, падает на губы, с губ на нос, туда-сюда, что в маске, что без маски. Она абсолютно нос наружу, особенно у ориенталовых людей. У них носы маленькие, все спадает. У азиатских, да, как-то на них маска не держится. Им надо вообще противогаз туда надевать.